Здравствуйте, дорогие друзья, гости нашего канала, вы на канале Нюкунул Агронома. Здравствуйте. Прошу прощения, что не выложил видео период 2 месяцев, так как у меня была сессия, подготовка к сессии и еще немножко проблем. Вот, и вот мы возобновили свои вот эти тепличные хозяйства, которые вот после выброса вот из печки некоторых угарных газов, да, они выбросили лимоны, листья. Это уже 2 месяца назад, когда первые холода были. Но хотел вам показать, что сегодня происходит. Дорогие друзья, наши лимоны как вот-вот-вот дали новые листья во всех ветках. Есть новые листья. И первый полив зимой. А это у нас зола. Я вышедший из буржуйки все золы рассыпаю под дерево. Если понравилось видео, подписывайтесь. Дай бог, будет новое видео. Вот мои мандарчики. Мандарчики себя чувствуют хорошо, так как они выдерживают минус 12 градусов. А вот апельсины минус 8. Но немножко пошло не так.